с вами приехали в отель Сайгон Мичу. Он находится в регионе Панранг. Пока поднимаемся просто ко входу, расскажу вам, что этот отель находится примерно в часе езды от аэропорта. Панранг очень спокойный, очень тихий регион, почти с отсутствующей инфраструктурой. До Ничанга ехать около 2 часов. Зашли с вами на ресепшн. Сейчас мы спустимся, посмотрим инфраструктуру. Вот что у нас есть. Это 2 отеля. Внутренний дворик. Отель достаточно тихий, спокойный. Как сказал нам гид, для тех, кто устал. В принципе, от всего регион такой не предполагающий. Активный, шумный отдых. Если в Муйне он будет чуть активнее, то здесь, в Панранге. И это будет самый спокойный из всех отдых. Девочки, не растягивайте, то есть супер релакс. Давайте чуть-чуть ускоримся. Зонтики, лежаки, шезлонги, все есть. Еще на пляж, первая береговая линия. На все включено, этого отеля нет. Еще, кстати, важная информация. То, что нам сказала гид, что и с кафешками тут проблемы в регионе, в принципе. То есть с питанием есть кафе вьетнамской кухни, есть кафе русской кухни, и в принципе все. А это этого отеля? Да, похоже. Нет. Территория большая, красивая, вкусный пляж. Пляж, песочек. Хороший такой песочек. Ну, волны, в принципе, как и везде. Волны, вы видите, что они есть. В Панранге тоже, как мы уехали на 200 километров, но еще не критично, то есть купаться можно. В Ничанге вообще просто с этим дело обстоит туго-туго. Заход в море хороший. Зонтиков, лежаков немного. У Сайгон Мичу достаточно большая территория. Ну, для такой категории отелей она, в принципе, большая. Там чуть дальше есть ресторан, но, к сожалению, в ресторан нас не пускают. Важная информация по номеру. В номере пополняется вода. Мини-бар есть, он за дополнительную оплату. Сейф в номере есть, он бесплатный.
фитнес-центр в отеле. Ну, конечно, небольшой, но позаниматься можно. Заходим в номер Superior отеля. Фен есть все. Все принадлежности. Все принадлежности здесь. Ванная. Достаточно большая. Скамеечка. Огромная у нас тут кровать. Телевизор, чайник, мини-бар платно. Здесь все расценки, меню. Комплимент по заезду. И вид на территорию. Этот же отель Сайгон. Только номер у нас делюкс. Он что-то про сейф говорит. Сейф? Сейф. Сейф есть. В целом впечатление по отелю первому, который мы смотрели на Фанранге, ну, просто спокойно, просто тихо. Территория, да, есть большая, но если здесь находиться больше, чем несколько дней, что здесь делать, пока представления мало. Есть спа-центр, есть фитнес-зал, номера обычные, достойные. Поэтому будем смотреть дальше, что по отелям Фанранга. Может быть, что-то из отелей мне понравится больше. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!